Вы когда-нибудь задумывались, что таится в чувственных душах студентов? Как далеко взлетают и шатают своими руками вещи, которые подвластны только гениям? Мы направляемся с вами в глубину души этих гениев, туда, куда можно попасть один раз в год. В радужную оболочку глаз, полных огня. Но лишь они увидят первый лучик весеннего солнца на горизонте, хаос не заставит себя долго ждать, ведь в сердцах у нас загорается студенческая весна! Спасибо большое, Наталья Борисовна.
Ну и, конечно же, на нашем фестивале присутствует многоуважаемая жюри. Мерзликова Марина Петровна, заместитель начальника по основной деятельности муниципального консервного учреждения управления по делам молодежи города Белово. Ваши аплодисменты. Коммерческий директор общества с ограниченной ответственностью «Арго», учредитель ресторана европейской кухни «Амстердам», спонсор нашего фестиваля Нефёдов Владислав Владиславович. Курмейстер муниципального учреждения «Центральный дворец культуры города Белово» Хайдарова Ольга Александровна. Преподаватель хореографии детской школы искусств номер 12 Ирина Леонидовна Махлеева. Председатель жюри, начальник муниципального казенного учреждения управления по делам молодежи города Белово Лобанова Снежана Григорьевна. Ну что ж, дорогие друзья, теперь также весело, также бурно приветствуем наших почетных гостей. Мария Федоровна Бубрикова, заместитель директора областного центра молодежи и студентов. Римма Федоровна Сарафулова, начальник отдела организации и реализации молодежных досуговых и просветительских программ областного центра молодежи и студентов. Екатерина Сергеевна Шулепова, главный специалист отдела организации и реализации молодежных досуговых и просветительских программ областного центра молодежи и студентов. Анна Владимировна Новикова, главный специалист отдела организации занятости молодежи областного центра молодежи и студентов. Ну что, всем внимание, наши студенты в нетерпении, зритель в ожидании. Мы думаем, можно начинать. Как говорится, все по местам, поехали!
перебор, что плакать нет, еще с тобой, что ты решил со мной любовь сыграть, и нельзя своим признанием доверять. Но я сама сказала так тебе, пусть будешь ты в моей судьбе, заговорю сама, я мечту свою и скажу о том, как тебя люблю. Про любовь, о тебе, все секреты о тебе.
всего одна. Ведь ни юноша, ни старик не может быть уверен в том, что для него наступит завтра.
Держи бы близких тебе людей. Шепчи много, как они тебе нужны. Люби их и обращайся с ними бережно. Найди время для того, чтобы сказать: мне жаль, прости меня, пожалуйста, и спасибо, и все те слова любви, которые ты знаешь. Цените каждое мгновение своей жизни и тех людей, которые рядом с вами. Ведь ваши поступки они запомнят, а мысли не прочтут. Никто не запомнит тебя за твои мысли. Не запомнит тебя за твои мысли.
Веселые танцы, так хочется жить.
вместе влюбляться, быть вместе, ведь как прощаться, вместе успеть и вместе спеть хорошие песни, веселые танцы, нас музыка просит остаться. Get up, show me how you love. Get up, show me how you love.
Хватит из недр земных бродящих таинственную силу и любовь обеспечит перейти, обогревать для радости, для моей. Наследство удивили, в приданное для дочки положили бессонные томительные ночи и встречу дня без радости. И страшно мне, краса моя увянет без радости. О, мама, дай любви, любви прошу, любви девичьей. Доченька, забыла ты отцовы опасенья, любовь тебе погибель будет. Мама, пусть гибну я, любви одно мгновенье дороже мне годов тоски и слез. Доченька, изволь любовью поделиться, готова я. Родник неистощимый, любовных сил в венке моем цветочном. Смотри, дитя, какое сочетание цветов и трав, какие переливы, цветной игры и запахов приятных. Один цветок, который не возьми, души твоей дремоту пробуждая, зажжет в тебе одно из новых чувств. И вспыхнет кровь, и очи загорятся, окрасится лицо живым румянцем, играющим, и заколышет грудь желанная тобой любовь девичья. Ах, мама, что со мной? Какой красой зеленый лес оделся! Берегами озером нельзя налюбоваться. Вода, мань, кусты зовут под сень свою. А небо, мама, небо, разлив зарей, цепучими волнами колышется. Снегурочка, прощай, дитя мое, любовным ароматом твоя наполнилась душа. Беги домой тропинками лесными, в тени кустов и избегай встречи. Предчувствие тревожит сердце мне. Прощай, дитя мое, до скорого свидания. И матери советов не забудь. Какое я сокровище храню в груди моей. Ребенком прибежала, девицею с душой счастливой, полной отрадных чувств и золотых надежд. Снесу мой клад тропинкой неизвестную, одна лишь я по ней бродила. Но что со мной, блаженство или смерть? Какой восторг, какая чувств истома! О, мать весна, благодарю за радость, за сладкий дар любви. Какая нега томящая течет во мне. О, лель, в ушах твои чарующие песни, в очах огонь, и в сердце, и в крови во всей огонь. Люблю и таю, таю от сладких чувств любви. Прощай, жених, о, милый, последний взгляд Снегурочки к тебе. Снегурочки, печальная кончина и страшная погибель мизгиря тревожить нас не могут! Свершился правдивый суд. Морозов порождение, холодная Снегурочка погибла. Изгоним же последний стужий след из наших душ и обратимся к солнцу. И верю я, оно приветно взглянет на преданность счастливых бериндеев. Смерть!
Oh,
This is just a poor competition.
словах не пытайся найти оправдания в словах. Все закончено. Руки вверх, руки вверх!
2013 и поддержку молодежных инициатив. Награждается благодарственным письмом Кулигина Ирина Александровна, учредитель областного еженедельника «Мегаэкспресс Белово» за организацию фестиваля студенческого непрофессионального творчества «Студенческая весна 2013». Воспитательной работе Кемеровского государственного университета филиала города Белово. Ткачук Мария Алексеевна, преподаватель педагогических дисциплин Белорусского педагогического колледжа. Награждается Васильевна Лямзина, заместитель директора по воспитательной работе Беловского техникума технологии сферы услуг. Благодарственное письмо вручается Елене Викторовне Крюковой. Письмом за участие в городском фестивале студенческого непрофессионального творчества «Студенческая весна 2013» Распопина Александра, Кузбасский государственный технический университет имени Горбачева, филиал Белово. Команду КВН Кемеровского областного медицинского колледжа, Беловский филиал. Кузбасский государственный технический университет имени Горбачева, филиал Белова. Шуваеву Алину, Беловский институт, филиал Кемеровского государственного университета. Алина Шуваева. Награждает Горчагина Владислава, Кузбасский государственный технический университет имени Горбачева. Награждает команду КВН Беловского политехнического колледжа. Благодарственное письмо вручается Емельяновой Ольге, Кузбасский государственный технический университет имени Горбачева, филиал в городе Белово. Награждение лауреатов гала-концерта. Муниципальное газетное учреждение Управления по делам молодежи города Белово награждает дипломом лауреата гала-концерта «Студенческая весна 2013» Долгову Кристину, Беловский политехнический колледж. Диплом лауреата гала-концерта
студенческий театр НИУ, Апостроф, Филовский институт, филиал Кемеровского государственного университета. НИУ Апостроф! Диплом лауреата вручается творческому коллективу «Анаэль», Кемеровский областной медицинский колледж, Беловский филиал. Диплом лауреата гала-концерта вручается студенческому клубу «Слон», Беловский педагогический колледж. Дипломом награждается Агафонов Юрий, Томский государственный архитектурно-строительный университет в городе Белово. Концерта «Театр мод» «Татрон», Беловский техникум технологии сферы услуг. «Театр мод», ваши аплодисменты, зал! Диплом вручается коллегому Александру, Беловский политехнический колледж. Диплом вручается Колотилу Руслану, Беловский институт, филиал Кемеровского государственного университета. Вручается Гутомич Софии, Беловский институт, Беловский институт, филиал Кемеровского государственного университета. Диплом лауреата гала-концерта в номинации «Оригинальный жанр» награждает танцевальный коллектив «Второе дыхание» «Танец чудеса Алисы». Переходим к награждениям в номинациях. Итак, диплом третьей степени в номинации «Танец» достается хореографической студии «Мы», Беловский педагогический колледж. Диплом второй степени номинации «Танец» вручается танцевальному коллективу «Второе дыхание», Беловский институт, филиал Кемеровского государственного университета. Диплом третьей степени в номинации «Вокал» вручается Цуканову Александру, Кузбасский государственный технический университет имени Горбачева, филиал Белова. Диплом третьей степени в номинации «Вокал» вручается Екатерине Ветвицкой, Кузбасский государственный технический университет имени Горбачева, Белова. Диплом третьей степени в номинации «Вокал» достается Кристине Петуниной, Кузбасский государственный технический университет имени Горбачева, филиал Белова. Диплом второй степени в номинации «Вокал» достается Люсине Григорян, Беловский институт Кемеровского государственного университета. «Вокал» второй степени вручается Ивану Сайганову, профессиональное училище номер 22. Диплом первой степени в номинации «Вокал» вручается Жирнову Антону и Бладинской Анастасии, Кузбасский государственный технический. Осталась вот последняя награда. С вашего разрешения мы ее сейчас тоже вручим. Муниципальное казенное учреждение Управление по делам молодежи города Белово вручает диплом Гран-при студенческие весны 2013 НИУ Апостроф КМГУ, Беловский филиал. Ну что ж, дорогие друзья, наш фестиваль подошел к своему логическому завершению, но мы, как всегда, не прощаемся с вами, а только говорим вам до свидания, до встречи на областном фестивале «Студенческая весна-2013», который пройдет в городе Ленинск-Кузнецкий. Пока!